Сегодня 12 марта, озимая пшеница, сорт Гром, нормовысева здесь где-то 4,5 миллиона, предшественник горох, прямой посев, сеялка Great Plain. Посев где-то был в начале сентября произведен. То есть вот она стерня в междурядьях. Озимая уже начала. Сегодня просто мне приходилось уже копать. И местами я видел корешки, но на самом деле на то были участки непрямого посева. И там они были по развитию, потому что почва легче прогревалась. Здесь они начали появляться. Но не такие прям длинные, сильные, то есть нет такого. То есть здесь еще нет такой активности на этом поле. А вот на поле, где безостая сто была, и там был предшественник горох, но там была предпосевная обработка. Там корешки были до 2 сантиметров. Сегодня я смотрел. Здесь они слабенькие пока еще. Ну, потому что почва еще настолько здесь не прогрелась. Так что это нормально. Хотя я, конечно, ожидал здесь увидеть уже развитие такое. Уже этих корешков. Так что участок. Есть участки, где были мыши. Восстанавливаться. То есть вот я был здесь дней 7 назад, и это поле, ну, на самом деле как бы страшно выглядело, потому что все же из-за того, что здесь был такой значительный промежуток, где-то 30 дней до 40, 30 до 45 дней поле как бы не обрабатывалось, убрали горох, оставили стерню, и здесь все равно как бы мыши развивались, для них это была хорошая, ну, как бы среда и с питанием, и с укрытием пожневных. После гороха много было, участки были и полегшие, но как бы были опасения из-за того, что все же зима была благоприятная для грызунов. Ну, в целом все не так страшно. Все не так страшно, потому что посевы на данный момент уже строчки восстанавливаются, то есть посевы восстанавливаются. Хотя это нужно иметь в виду, и если прогнозируется теплая зима, бороться с мышами. Или по умолчанию бороться всегда с ними. Биопрепаратами. А так в целом поле ровное, красивое, нет таких прерываний, зимовка отличная.